Музыканты из Азербайджана, Армении и Грузии выступят в Тбилиси на международном рок-фестивале «Тбилиси Блицкриг Фест», который пройдет в столице 25-27 марта. Об этом в ходе пресс-конференции в Тбилисском международном пресс-центре РИА Новости сообщили организаторы фестиваля. В течение первых двух дней музыканты будут бороться за право представлять Южный Кавказ на крупнейшем в мире фестивале рок-музыки «Wacken Open Air», который пройдет с 31 июля по 3 августа в Германии. Коллектив, занявший второе место, отправится на международный фестиваль Underworld Festival, ежегодно проводимый в Хорватии. Три страны действительно Южного Кавказа принимают участие в этом фестивале, так как мы являемся официальным представителем промоутерами Wacken Open Air в Закавказе. Значит, Армения, Грузия, Азербайджан. Второй раз уже мы проводим отборочные. В прошлом году повезло группе из Грузии, Industrial City. Достаточно неплохо они показали себя уже как бы на финальной части в Германии. Седьмое место заняли там. Поэтому мы думаем, что в принципе есть какой-то потенциал нашего региона представлять вот такие вот самые громкие фестивали. Что касается как бы состава участников, то мы буквально с сентября занимаемся отбором. В несколько этапов это все происходило. Поначалу принимали заявки, дали прослушивание, отбор. И вот как бы хочу сразу же обратить внимание на то, что сейчас проходит полуфинальная стадия. То есть первые два дня это будет два полуфинала. Финал состоится через месяц, это будет 26 апреля. Там будут участвовать уже как бы отобранные три лучшие команды. И там тоже у нас будут специальные гости, на этот раз уже известная группа из Швеции Lake of Tears. Что касается билетов, билеты продаются как бы на сегодняшний день, это очень легко можно сделать. Билеты.би.джи, есть такой сайт. Первые два дня фестиваля пройдут по адресу Агманшинебели 43 на территории парка Роз. Финальный концерт состоится в клубе «Триумф».